Для 11-классников завершилась череда экзаменов и наступила не менее волнительная пора поступления в высшее учебное заведение. ВУЗ, который на протяжении многих лет пользуется популярностью у абитуриентов. Тверской институт, филиал Московского гуманитарно-экономического университета. Сегодня Снежана Закиева – выпускница Тверского института филиала МГУ. Теперь она – квалифицированный специалист в области экономики. Кроме того, 3 года девушка была председателем студенческого совета в ВУЗе. Снежана рассказывает, что университет представляет огромные возможности для обучения и творческой деятельности. Мы не разорвем связь с нашим университетом, что будем все равно взаимодействовать, общаться, помогать друг другу. И вообще, в принципе, я вот всем сердцем и душой, на самом деле, живу этим университетом. И уже коллектив стал не только коллективом рабочим, но и семьей. В Тверском институте, филиале МГУ, для студентов создаются все условия для успешной учебы, а в дальнейшем и устройстве на работу. В ВУЗе есть комфортные и современные компьютерные классы, библиотека с информационным центром, зал для импровизированных судебных заседаний и экспертно-криминалистическая лаборатория. ВУЗ в этом году отметил 30-летний юбилей и занимает достойное место среди вузов России. За этим успехом стоит совместная работа руководства университета, преподавательского состава и студентов. Сегодня наш ВУЗ отличает тем, что мы набираем абитуриентов часто по принципу «я здесь учился, и сюда, только сюда пойдут мои дети». И я с этим уже 30 лет знаком, с этой практикой, а это уже тоже показатель нашей работы. Сегодня трудно найти работодателя, который бы не знал наших выпускников. Приемная кампания в университете в самом разгаре. Идет прием документов на все формы обучения. Подать документы и получить дополнительную информацию можно в приемной комиссии вуза по адресу улица Дмитрия Донского, дом 37, кабинет 108.